Тамбовский технический госуниверситет прошел плановую проверку Рособорнадзора. После этого ведущий вуз оказался в эпицентре информационных порталов Тамбова. Появившаяся новость о лишении аккредитации на год по ряду образовательных программ взбудоражила сообщество вуза и общественность. Людмила Войтович продолжит. В начале этой недели на информационных порталах неожиданно появилась информация, что ведущий вуз, технический госуниверситет, лишили аккредитации по ряду образовательных программ. Уже при встрече ректор технического вуза, притворяя вопрос, поспешил успокоить. Прежде всего, эта информация практически на 99% полностью беспочвена. Действительно, 30 марта этого года завершилась плановая проверка Рособорнадзора. По ее итогам университету выдали акт с замечаниями. Регламент дает месяц на их устранение. На это время приостановят аккредитацию по некоторым направлениям. Замечания, как в любой проверке, всегда есть. Они есть у технического университета. Касаются они вопросов, например, повышение квалификации некоторых сотрудников образования по определенным направлениям и ряд других, скажем так, устранимых изначально замечаний. Устранимые замечания коснулись экономических, юридических направлений и техносферной безопасности. Но почему же произошла такая путаница, и на порталах вышла информация, что вуз лишили аккредитации по ряду образовательных программ и при этом на год? Руководитель управления коммуникационной политики Ирина Юрина показывает нам документ Рособорнадзора, на который ссылались СМИ и неверно трактовали информацию. Ни о каком лишении нашего университета аккредитации и тем более на год речи здесь не идет. Вот этот вот 2019 год никак не относится к приостановлению аккредитации. Не только перепутали дату, но и слова. Вместо приостановления на месяц написали «лишение на год». По мнению ряда экспертов, подобный вброс информации может быть и происком конкурентов в преддверии кампании по приему абитуриентов. В предстоящее воскресенье вуз проводит день открытых дверей. У технического университета за 60 лет его существования и развития сложился однозначно положительный имидж как в Тамбовской области, так, поверьте, и далеко за его пределами, в том числе и за границей. Нам есть чем гордиться в вузе. У ведущего вуза высокая социальная ответственность. Это десятки тысяч людей, преподавателей, студентов и родителей. Ошибка была неприятной, но на репутацию вряд ли повлияет. Людмила Войтович, Дмитрий Тищенко, Ольга Кириллова, область новостей.